Привет, друзья мои. Воскресная запись, как бы дополнение к вчерашнему эфиру, к субботнему, когда я был немного ослаблен, как бы сказать. Ну, кто смотрел, тот знает, не буду пересказывать. Хочу рассказать, что было после этого. Ложусь я спать. И где-то в 12 часов я уже проваливаюсь, ну, из альфа-состояния уже в сон. И последний, можно сказать, вопрос к Фиру я задаю. А, нет, последний вопрос был перед этим, то есть это был в конце. Вначале я решил определить уровень моей энергии в процентах. Как я у себя посчитал, было что-то 33%. Начал уточнять у Рая, у Фира. А они мне сказали 20%. Я стал прикидывать, сколько бы я протянул на 20% и там, на чем надо было экономить. Ну, 20 так 20, что такое? Наверное, и с 5% можно жить. И вот в этот момент я уже проваливаюсь в сон. Уже спрашиваю последний такой вопрос. Я говорю: Фир, а что, есть такой вот закон цикличности? Ну, в эфире я говорил про это, что каждый год дается человеку энергия, и она в конце вот этого цикла, года, она заканчивается. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее и так далее, у кого-то избыток остается. Ну, вот. И он говорит: да, закон такой есть. Я такой уже все, уже последний вопрос. Ну а что, мы же можем его изменить? Он говорит: да. Так, что? Можем изменить, давай менять. Он говорит: да, хорошо. Говорю: так, первое, у меня 100% энергии. Опять же, надо понимать, о чем я говорю. Не просто энергия, которую можно подкачивать ежедневно, а это жизненная энергия, которую нельзя подкачать вот так вот. Раз, подкачал откуда-то. Она дается, ну, насколько я знаю, во всяком случае, дается кем-то, вот, чуть ли не самим Богом. Вот, я говорю: 100%. Он говорит: да. И мне такие пошли толчки, как бы, пл-пл-пл. Так, я понимаю, что я наполняюсь энергией. Я говорю: то есть мы изменили этот закон в моем случае? Он говорит: да. Ну, говорю, здорово. Пока идут толчки, говорю: и все люди так могут сделать? Он говорит: нет. Я говорю: ну ладно. Ну, так как я знаю, что есть некая связь, мы установили, что есть некая связь между моими самочувствиями и людьми, которые, ну, каким-то образом связаны со мной, то получается, по-любому уже я работаю на всех вас, кто меня сейчас слышит и видит. Я говорю: хорошо. Ну, значит, мне. Я говорю: ну, никому, прям никому нет. Но если они будут экспериментировать, ну, опять же, то, что мне отвечает, это одно. Он сказал, что не получится. Но то, что вы можете это попробовать, это другое. Поэтому вы пробуйте, может, у вас тоже получится. И тут нет какого запрета. В общем, он сказал: нет. Я говорю: а жене? Говорит: ну ладно, жене можно. Жене тоже включили. Так, я потом дальше пытливым умом думаю: так, сейчас мне 100%, но если это будет как-то тратиться, я говорю: что, летом мне будет 50%? Он так: нет. А потом я думаю: так, ну а вот если поставить на автопополнение, я говорю: автопополнение ставлю, нормально? Вот, ставь. Хорошо, чик, автопополнение. И, в общем, мы так вот решили, что теперь мне будет автопополнение жизненной энергии, и никогда таких периодов, какой вы наблюдали 2 декабря, не будет. Всегда мне будет жизненная энергия на 100% и с пополнением. Я тогда еще спросил такой уточняющий вопрос, но опять же, это вот передаю, какой получил ответ. Я говорю:
все ли люди будут также пополняться энергией, которые ну, разделяют, то есть каким образом люди будут пополнять свою энергию, потому что у многих был спад, если это, конечно, связано со мной. Вот. Ответ такой был, что те люди, которые искренне принимают то, что я делаю, энергии Ра и, в общем, вот эту всю тему, не так вот для галочки, а вот внутри себя, те будут сонастраиваться и пополняться так же, как и я. То есть, ну, как у я, такой вы, как это было и до этого. И в том варианте это было, может быть, негативная тема или как бы последствия. А в таком варианте это, наверное, плюс. Вот, то есть никаких не надо особых слов или, там, не знаю, клятв или еще что-то. Просто если вы внутри себя осознали, осознаете или принимаете то, что я делаю и говорю, у вас без проблем все так же происходит, как и у меня. Так же хорошо, я имею в виду. Вот. Ну, наверное, будет не лишним принять еще раз это посвящение в Ра, если кто забыл или не помнил, есть такое видео, как принять сознание Ра. Ну и все, получается, что 12 часов ночи 3 декабря в какой-то мере я родился вновь, мой второй день рождения, потому что цикл у меня должен был закончиться 13 декабря, цикл у меня возобновился, можно сказать, 3 декабря, можно сказать, созвучно с названием дня воскресенье, я воскрес или родился заново. В общем, очень так необычно, я вскочил 20 минут первого и ВКонтакте написал пост, что напишите, кто сегодня ночью или утром почувствует себя ну как-то необычно, не стал делать подсказки в лучшую или в худшую сторону. Ну, на данный момент там 54 комментария и около 50 люди пишут, что необычная энергия, много энергии, или не спалось в хорошем смысле слова, или было все очень энергично. Короче, около 50 положительных откликов, а 4 такие, ну, как было, так и было. Вот, из чего я могу сделать вывод, что произошло что-то положительное, так как такие изменения затронули всех тех, кто откликнулся, и это откликнулись люди в положительном плане. И тут же я замерил энергию, которая была вчера в субботу представлена, вот энергия Земли. Вот. И опять вот это замерил, сохранил, и она стала прозрачной. Вот смотрите, вот это вот, видите, это вот такая, так сохранилась, она без карты сохранилась. Мне пришлось подставить обложку, чтобы было понятно, что это за циферки. А так это вот так это выглядит. Как это возможно? Попробуйте, у вас может на компьютере получится так. Но у меня вот второй раз и объяснение этому, ну не знаю, как это возможно. Ну, может быть, есть какое-то объяснение. В общем, приходится совмещать. Вот картина на утро этого дня, 3 декабря. Восстановилась и Россия 2003, и вокруг страны подняли свою энергетику по шкале Ра. Вот, и даже и Америка отреагировала. Ну, в общем, многие страны, циферки вот можете посмотреть. Еще я думал по поводу тройки. Ну 13 это многозначное число. Да? Я думаю, тройка, она что может значить? Ну, я не нумеролог, я не этот, как его, Джилипо, она сейчас опять икнула. Вот, но получается, в моем мире или в моей теме достаточно сколько цифр? 3?
1,2, чтобы было 12, и 1,3, чтобы было 13, и все. Вот тройка. Тройка является суммой 1 плюс 2, правильно? Поэтому 12 это 1 плюс 2, 3. Наверное, поэтому 3 числа это произошло. Не знаю, нужно ли тут что-то притягивать, но вот такое событие, я считаю, очень необычно. И, наверное, буду еще это перепроверять, что произошло, но, в принципе, достаточно так все и по самочувствию, по-моему, и по отзывам моих друзей, все установилось. Все те страхи, все те упадки энергии прошли, закончились. Было, я думаю, это и урок, и испытание. Вот. Кто-то, конечно, повел себя по одному сценарию, кто-то по другому. Ну, что было, то было. Мы идем дальше. Вот то, что хотел сказать. Поэтому я бодро весел. Надеюсь, вы тоже. Всего хорошего. До свидания, до новых встреч.